в дороге что ли растрясло, купца-то вон как развезло. В дороге-то не тряска, все хмель да бабья ласка. А что? А что? Вино рекой, да чтобы бабы под рукой. Известно, балагуры, а бабы и не дуры. И где же он так? Известно где, все там в Покровской слободе. Гульнул купец на воле, рублев на сто побое. Рублев на сто, рублев на сто, а может и поболее. Бумажки, 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 бумажки. Гляди, однако же, какой, так говоришь, вино рекой. Известно, балагуры, а бабы и не дуры. Уж развезло, так развезло. Да уж по первое число. Уж развезло, так развезло. Да уж по первое число. Купцы спрашивают, где кормить будешь? Ну, известно, говорю, где? На Бойком месте. У Вукол Ермолаевича. Спасибо, что не забываешь. Ну, что спасибо? Мы ведь тоже ласку помним. Ты бы меня хоть двугривенечком осеребрил. А из каких доходов? Еще твои купцы у меня ничего не прожили. Вот погоди, по доходу глядя, и тебя не забудем. Пойду до конного двора, коней выкармливать пора. А ты не больно-то спеши, корми степенно от души. Да мы спешить не мастера, коней выкармливать пора. А ты не больно-то спеши. Да мы спешить не мастера. Ведь и у нас вино рекой, и бабы тоже под рукой. Коней выкармливать пора. Так ты не больно-то спеши, тогда и будут барыши. Да мы спешить не мастера. Бумажки, бумажки. Бумажки, бумажки. Ах.